Так, адрес генерала Иванова 3/1. У нас прорыв воды. Подача, магистральная подача холодной воды в дом. Топит. Мы уже на протяжении 4 часов воду убираем, вода все время пребывает. Генерала Иванова 3/1. Топит сильно. И топит у нас, получается, ввод в холодной воды в дом вымывает грунт из-под дома. И никто ничего не делает. Горводоканал в курсе. Сервис, Сургутсервис в курсе. Сипромстрой тоже в курсе. И уже в течение 3 дней никто ничего не сделал. Вот так.